Здорово, дружок-пирожок! Наконец-то ты нашел это легендарное видео. Да, на ютубе существуют десятки сотен видео о бонусах в Warface, но после того, что ты сейчас увидишь, необходимость в других видео отпадет раз и навсегда. Почему же? Во-первых, загляни в описание, видишь, сколько там ссылок. Каждая из них дает свой уникальный бонус, который ты можешь получить при регистрации в Warface. И в данном видео я покажу, что именно содержит та или иная ссылка. Кстати, там есть бонусы не только для новичков, но и для тех, у кого уже есть аккаунт. Однако... эти самые бонусы могут меняться, переставать работать или появляться вообще новые. Мы же, в свою очередь, будем стараться их вовремя обновлять, но если что-то не работает, дай нам знать об этом в комментариях. Ну и приступим. Все ссылки я подпишу, дабы тебе было проще понять после видоса, что там в них. Есть еще, правда, отдельный способ получения випок, но про него я скажу чуть позже в конце видео. Итак. Первой ссылкой у нас идет операция Гидра. Не самый щедрый бонус из тех, что ты увидишь, но вдруг тебе именно тут что-нибудь понравится. Ты можешь выбрать один из трех подарков. Комплект оружия серии Каратель на все классы. VIP на 7 дней. Или же комплект боевой брони, опять же, на все классы, исключая седа, на них вообще пока что нет никакой халявы нигде. Если тебя тут что-нибудь заинтересовало, жми «Забрать подарок» и проходи регистрацию. Бонусы появятся после прохождения обучения. Вторая ссылка в описании – V-класс, или же, если уметь в математику и немножко логику, то правильное название – пятый класс. Это еще одна довольно скромная акция от Майла. Тут всего лишь дают гранатомет CZ-805G1, и если ты хотел бегать и взрывать все вокруг, то это самое то, что тебе нужно. Но честно, дальше халява будет намного вкуснее. Рулетка. Не-не-не-не-не, она не донатная, сразу говорю тебе, угомонись. Все, что будет в этом видео, это бесплатные бонусы. На рулетке у нас какой-то хлам в основном, но есть и чудо-ящик, который нам не нужен. Не переживай, говорю по секрету. Рулетка тут немного подкручена для всех игроков, ящик падает каждый второй раз. А в нем набор оружия и шлем Магма. Очень жирный и красивый бонус на старте игры. Многие будут завидовать, просто увидев его у тебя в руках. Не говорю уже про то, как эти пушки вырезают врагов. Это какая-то дикая имба. По второй ссылке, тоже рулетка, тоже со скинами Магма, но уже на некоторые другие пушки. Так что вот, сразу посмотри, какие стволы тебе больше нравятся. Ту рулетку и выбирай. Я даже подпишу, чтобы тебе было удобнее сравнивать, где что. Напоминаю. Подарки из данных рулеток, да и вообще со всего видео, можно будет забрать только после прохождения обучения. Следующая ссылка в описании, назовем ее «Выбери пушку». Тут у нас мини-конструктор. На выбор тебе дают один из четырех автоматов. Ты сам на него ставишь прицел, рукоятку и дульную насадку, а также яркую и необычную раскраску. Прелесть данного бонуса в том, что все обвесы будут доступны тебе со старта игры, и не нужно их открывать. А любой обвес в Warface может довольно сильно повлиять на поведение оружия во время стрельбы и упростить ее. Следующая ссылка. Она будет полезна как новичкам, так и старичкам, которые решат вернуться в игру. Но при одном условии. Для получения бонуса последний раз в игру ты должен будешь зайти не менее чем 30 дней назад. Как новички, так и старички за свой выбор получают на 15 дней набор брони и оружия, а также кучу дополнительных пушек. Перечислять их все я запарюсь, смотри вот тут вот сам. Данный бонус я считаю топ-2 среди всех по полезности. Ну а вот следующую ссылку я вообще думал не включать в данное видео. Но если говорим про халяву, то почему бы и нет. Тут хоть на один день, но все равно ты получаешь очень оригинальные и красивые скины Роя. Сказать мне тут больше нечего, да и думаю, не стоит тут долго задерживаться, ведь впереди самое вкусное. Упал лепесток сакуры, паник самурай. Всем фанатам бурятских мультиков и поклонникам далекой и воображаемой страны Японии, где существуют кошка-девки и чипсы со вкусом овалей, для всех вот вас, мои маленькие извращенцы, да и в принципе для меня тоже, есть VIP на 7 дней и 4 пушки на каждый из классов в сдержанном и приятном неоновом стиле. Данный набор идет топ-3 в списке моих любимых подарков. Но до абсолютного топа мы еще дойдем, он уже скоро. Следующая ссылка, опять рулетка. Да-да, данную рулетку ты можешь крутить, пока у тебя не отвалится кнопка «Получить подарок». Ну, или пока ты не получишь главный приз. Ты только не нажимай кнопку «Начать игру», если выпал какой-нибудь хлам в виде пистолета. Нажимай еще раз. Мне вот со второй попытки дропнулся набор разнообразных пушек. Если ты охотник за скинчиками, и тут оказалось именно то, что ты так долго искал, то забирай и играй. Почему нет? Но впереди еще две ссылки. Операция Марс.
И тут снова набор оружия, но на этот раз в тематическом космическом стиле. Если бы немного сюда еще приправили випку или какую-то бронь, цены бы не было данному комплекту подарков, но увы, тут только пушки. Приятно, конечно, но то, что будет дальше, девочки, это просто космос. Чернобыль. Мало того, что миссия сама по себе атмосферна, так тут еще и подарки крутые. Полный набор брони на все классы. Бронь, кстати, не мусор, а с очень крутыми статами, и ее не нужно чинить за варбаксы. Ну и да, тут еще есть пулемет в подарок. Зажимай кнопку и уничтожай всех врагов, пока они не иссякнут. И вот это лучший, повторяю, это самый жирный бонус, о котором может мечтать новичок на старте игры. Мега бронь и турбопушка. Ты, может быть, скажешь, да, это все вкусно, но сюда бы еще и випку, а она есть. Но для этого прыгни в описании по следующим ссылочкам, они так и подписаны, VIP-1 и VIP-2. В одной ссылке тебе всего лишь нужно будет привязать свой номер телефона и получить випку на 7 дней, а по другой ссылке пройти небольшой простой тест, за него тебе дадут еще немножко VIP-статуса. Не забудь только забрать все эти бонусы в разделе «Мои предметы» на сайте, также ссылку на этот раздел я оставлю в описании. Но главное, чтобы взять любой из этих бонусов, тебе нужно пройти регистрацию и тренировку. Что из этого проще и быстрее делается, я вот даже не знаю. Но если у тебя появились какие-то проблемы при регистрации, то вот тут вот по подсказке сверху у нас есть видео с подробной инструкцией, как все сделать без ошибок. Просто выбираешь, через что регистрироваться, привязываешь аккаунт к любой социальной сети или почте, скачиваешь игру и играешь. А если у тебя не переходит по ссылкам из описания, то просто их копируй и вставляй в адресную строку. Это почему-то Adblock не любит сокращенные ссылки. И вот, я тебе показал целую тонну халявы, и мне интересно, какую же выбрал именно ты? Пиши об этом в комментариях. А на этом у меня все. Ставь лайк за труды. Подписывайся на канал во имя халявы. Тереби бубенчик под видео, чтобы не пропускать ничего важного. Удачи и пока. И да пребудет с тобой Шара.